Обратите внимание, какой шикарный, красивый лес сзади меня. Осень. Вы спрашиваете, целитель ли я? Нет, я не целитель. Я телохранитель. Обязанности ситера другие. Я не могу вам гарантировать какого-то определенного исцеления. Конечно, я что-то знаю, что-то умею. И в роду у меня были люди, которые могли лечить, заговаривать, сглазы, порчи снимать, различные болезни, потому что медицина была не такая развита. Бабушка по отцовой линии заговаривала. Была очень такой поцерковленный человек. А я просто телохранитель, я трип-ситер. В обязанности трип-ситера входит беречь ваше тело, пока вы в отъезде, пока грипп вас лечит, я приглядываю за вашим скафандром. Вот как-то так.